Шма Исраэль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад, Барух Шем Кавод, Малхуто, Леолам Ваэд, Йешуа. Добрый вечер всем и добро пожаловать. Клеон уже говорил, мы рады всех вас видеть. И мы сегодня вместе с вами мы празднуем праздник, который называется Суккот или Шалаши. И сейчас мы будем читать из Священного Писания. Но я хочу сказать, что Суккот, он является одним из трех праздников, когда весь Израиль, люди со всех краев Израиля, они должны были приходить в Иерусалим. Из других стран приезжать в Иерусалим, в святой храм и поклоняться перед Богом. И заповедь, она говорит, что мы должны не просто приходить, не только праздновать, но и веселиться в этот день. И каждый из вас, кто сейчас находится здесь, вы не просто смотрите, но вы являетесь каждым участником, и можно так сказать, вы исполняете эту заповедь. Поэтому мы рады действительно всех вас видеть. Я хочу прочитать из книги, которая называется «Левит», это 23 глава, и здесь говорится о праздниках. Я буду читать на иврите, или на русском лучше, на русском, ладно. Так, 23 глава, книга «Левит», 33 стих. «Господь сказал Моисею, возвести сынам Израилевым, 15 день 7 месяца, праздник Шалашей». Семидневный праздник Господень, первый его день священный, не делайте никакой работы. 7 дней приносите дары Господу. 8-й день священный для вас, приносите дары Господу. Это завершающий день праздника, не делайте в этот день никакой работы. Таковы дни, назначенные Господом. Вы будете объявлять их священными днями и будете приносить Господу дары. Всесожжения и хлебные приношения, жертвы и возлияния, как положено на этот день. Все это сверхсубботних приношений Господу, и ваших даров, и всех жертв по обеду, и всех добровольных жертв, которые вы приносите Господу. В 15-й день 7-го месяца, так как вот сегодня 15-й день, когда вы собираете урожай, справляйте праздник Господень. Он должен длиться 7 дней. Пусть первый день будет для вас днем покоя, и 8-й день – день покоя. В первый день возьмите плоды лучших садовых деревьев, пальмовые листья, ветки деревьев с густой листвой и речных ив, и веселитесь пред Господом, вашим Богом, 7 дней. Справляйте этот праздник Господень 7 дней, из года в год. Это вам предписание навеки, из рода в род. Справляйте этот праздник в 7-м месяце. 7 дней живите в шалашах. Пусть все коренные жители страны Израиля в эти дни живут в шалашах, чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из Египта. Я Господь, Бог ваш. И Моисей объявил сынам Израилевым дни, назначенные Господом. И вот то, что мы прочитали, это как раз вот этот вот день, 15-й день месяца, когда мы собираемся и празднуем вот этот праздник все вместе. И здесь мы читали, что написано, Бог повелевает взять 4 вида растений и прийти вместе с ними именно в первый день. Когда стоял храм, то это происходило каждый день в течение 7 дней. Сейчас обычно это делают либо в первый день праздника, как сегодня вечером и завтра, либо некоторые приносят тоже в течение 7 дней. Что же это за растения? Вот они у меня есть здесь в руках. Здесь есть их 4 вида. Один называется этрог. Вот этот вот, самый длинный, это называется люляв. Это финиковая пальма. Здесь есть мирт, который очень вкусно пахнет. И есть арава на иврите, это ива на русском, которая не имеет ничего. И Бог повелевает, возьми вот эти вот 4 растения и приди с ними в храм и поклоняйся Господу.
И вот такой вопрос, почему именно вот эти четыре растения? Что в них особенного? Почему именно их Господь заповедует? И каждое из них, оно действительно очень особенное собой. Этрог – это цитрусовое растение, которое имеет и вкус, и очень хороший запах. То есть каждый может потом понюхать, если захочет, но очень вкусно пахнет. Но имеет и вкус, и запах. Люляв – пальмовая ветвь, росток пальмовой ветви. Она приносит финики, которые очень сладкие. То есть у него есть хорошие плоды у этого дерева. Мирт, она имеет запах. Очень вкусно пахнет, но не приносит никаких плодов. И третья ива, она и не пахнет, и плодов никаких нету. И вот эти четыре растения Господь говорит, собери их все вместе и приди, поклоняйся перед Богом. Какая символика всех этих растений? Каждая из них, как я уже сказал, она особенная. И каждая из них, она напоминает природу человека. Она напоминает каждого из нас. Каждый из нас, кто находится здесь, многие Олим Хадашим, новые репатрианты, кто-то приехал в гости из другой страны, кто-то здесь проживает. Все разные. У каждого разное прошлое, разный характер. И этрог, который и пахнет, и имеет плоды, он говорит о людях, которые знают Божью заповедь, соблюдают Тору, исполняют ее. Не только знают, но исполняют. Они имеют плоды. Они делают какие-то хорошие, добрые вещи, соответственно, Божьим Словом. Это то, что символизирует этрог. Знают Тору и исполняют ее. Люляв, финиковое дерево, пальма, она имеет только плоды. Она символизирует людей, которые, может быть, не очень хорошо знают Писание. Но Господь в них вложил что-то особенное внутри, и они живут в этом мире. Может быть, даже в Бога не верят и не принимают Его, но они делают добрые дела, они хорошо поступают. Но они не знают Писаний, они не знают Божью волю, живут сами по себе, но делают что-то доброе и приносят плод в этот мир. Мир, который вкусно пахнет, он говорит о людях, которые много говорят, может быть, много понимают, могут быть даже хорошо чему-то и полезному научить других, но плодов у них нету. Они не всегда поступают так, как говорят. Я думаю, каждый из нас, может быть, встречался с такими людьми, который говорит, учит чему-то хорошему, правильному, но сам так не поступает. Есть такие среди нас тоже. И ива, не имеющая ни запаха, ни плодов, она говорит о человеке, который не знает Писаний, не знает Тору, не знает Творца и особенно хороших дел даже не делает. Но все вот эти вот вместе, четыре растения, связываются вместе и приносятся перед Богом, восхваляя Его. Потому что каждый из нас разный. Но вот мы все собираемся в этот день, чтобы прославить Творца. Мы все вместе с нашими различиями собираемся здесь, чтобы поклониться перед Ним. И это очень важно. Этот праздник, он говорит нам о единстве. Он говорит о единстве народа, о единстве всех нас. Потому что в традиции каждый еврей, он ответственен за другого еврея. И Бог, когда разговаривал и давал свои заповеди, он не говорил к отдельным людям, он говорил все время к народу. И мы вместе составляем этот народ. Не только те, которые сегодня здесь сидят, но по всему Израилю и по всем другим странам. Израиль был сильно рассеян, но вместе собираются как одно целое, чтобы прославить Творца. Все разные, но поддерживающие один другого. И вот так вот все находятся в одной связке. Но все вот эти вот вместе растения, они имеют название по самому вот этому длинному и называются люляв. И когда делается благословение, говорится о благословении люляв. Почему вот эта вот именно пальмовая ветвь, росток пальмовой ветви, она так важна? Почему именно все вот эти четыре вида растений, даже не назвали его и трогом, который имеет и запах, и вкус, но назвали именно люляв. Это хороший вопрос. И люляв, несмотря на то, что он имеет только плод, но не имеет запах, он всегда был символом царя, он был символом Мессии. И есть некоторые места в Писаниях, которые говорят, что когда-то Израиль пришли, израильтяне, поклониться в храме. Это был Песах.
праздник Песах. Это написано в Иоанне, 12 главе, я хочу прочитать. Можно даже высветить, 12 глава, 12 стих. Итак, здесь написано следующее. На следующий день, на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иешуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осана» или «Ошиана», благословен грядущего имя Господа, Царь Израилев. И он сказал, что мы, как община, мы евреи, но мы верим в Иешуа, что он является Мессией. И большинство евреев из простых жителей, а также из ортодоксальных жителей в первом веке, они приняли Иешуа как своего Мессию. И когда он въезжал на осле в храм, они приходили вот с этими пальмовыми ветвями, стелили перед ним, как символ царя, как символ Мессии. И они радовались, и они говорили: «Осана» или «Ошияна» на иврите, что значит «Спаси нас, царь Израилев». Они воздавали ему хвалу, они радовались и просили о спасении. И этот праздник, он как раз нам говорит и призывает, когда весь Израиль перед Богом восклицает и говорит: «Спаси нас, помилуй нас». Первую песню, которую сегодня мы пели на иврите, может быть, не все знают, не все успели прочитать перевод, она говорилась: «Помилуй нас, Господь наш, помилуй нас». И вот в течение даже семи дней этого праздника приносятся особенные жертвы и за все народы, которые есть по всему лицу земли. Израиль приносил жертвы за каждый народ в особенности и в отдельности. И все время, в течение семи дней, особенно в последний день, они взывали, они говорили: «Ошиана, спаси нас, Господь, помилуй, измени что-то в нашей жизни». И вот эта вот пальмовая ветвь, росток, что-то, что только начинает расти, она символизировала Мессию. Мессию Иешуа, который когда-то пришел, вроде бы как из ниоткуда. И пророк Исаия, он пишет по этому поводу, он говорит: он как росток из сухой земли поднялся, не было в нем ни вида, ни величия. Он был наказуем и поражаем, и мы ни во что ставили его, но он претерпел за наши грехи. Мессия пришел, чтобы оправдать каждого из нас. И вот этот вот Суккот, праздник шалашей, он символизирует и призывает нас обратиться к Творцу. Как мы сказали, что все мы разные, но вот все мы находимся вместе. И делается особенный ритуал, который сейчас, через несколько минут мы будем делать, когда все эти растения вместе собирают и просто потрясают перед Богом на все четыре конца земли, и вверх, и вниз, призывая Божье спасение. И тем самым говоря, что вот мы, Господь, все разные перед Тобою, но Ты есть Творец всего. Ты правишь над всем. Ты тот, у которого есть все ответы. Ты тот, к которому всегда можно обратиться, который всегда может помочь. Что Ты есть Царь царей и Господь господствующих. И это то, что мы сейчас начнем делать. Поэтому я попрошу еще раз всех встать. Давайте мы все встанем. Баруха та Адунай, Элоэйну мелех хаолам, ашер кичану бамитцвотав вацивану аль нетилат люляв. Благословен Ты, Господь, Царь Вселенной, который заповедовал нам о заповеди люляв, о потрясении люлява. Аминь. Баруха та Адунай, Элоэйну мелех хаолам, шейхияну вейгияну векиеману льйом азе. Аминь. Благословен Ты, Господь, Царь Вселенной, который дал дожить нам и сохранил нас до этого дня. Аминь. Хана Адунай Ошияна. Хана Адунай Ошияна. Ана Адунай Ошияна. Ана Адунай Ошияна. Ана Адунай Ошияна. Ана Адунай Ошияна. Господь и Царь наш, мы просим, прости нас и помилуй. И помоги нам, Боже, в этот праздник, в этот день, когда мы все собрались вместе, как одно целое, все разные, каждый со своими проблемами,
но мы здесь стоим пред лицом Твоим, потому что Ты наш Царь и Ты наш Бог. И мы просим, помилуй нас и сохрани нас, и приведи Твой народ в эту землю, которую Ты обещал отцам нашим. И исполни свои обетования. И пошли нам вновь нашего Мессию, который придет как Царь. Потому что мы взываем опять, как и раньше, говорим, «Барух аба бешем Адунай». Барух аба бешем Адунай. Давайте еще раз все вместе. Барух аба бешем Адунай. Аминь. Принято во времена всех осенних праздников, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, в Суккот, трубить в шофар. Потому что шофар — это не какая-то искусственно сделанная труба, естественный инструмент из рога барана сделанный, пробуждает тонкие струны наших душ. Вакаша, Ицхак.